В Пакистане этой ночью неизвестные расстреляли иностранных туристов, как сообщает агентство Рейтер. Погибли 10 человек. Один россиянин, пятеро украинцев и трое граждан Китая, а также местный гид. По информации BBC, российских граждан было двое. Все убиты были альпинистами. Теракт совершен в северной части Кашмира. По данным агентства Синьхуа, террористы ворвались в отель, вывели людей на улицу и открыли огонь. Местные СМИ передают, что тела погибших на вертолете уже доставили в Исламабад. Наши дипломаты в Пакистане проверяют информацию о гражданстве туристов. Ни одна группировка ответственность за случившееся на себя не взяла.